Сергей Васильев. Рассказ гвардии рядового Ласова Петра о том, как он за языком ходил. Вот сижу я, значит, братцы, под покровом темноты. Слышу шорох. Вижу, братцы, немец лезет. Ну а ты? Ну а я конечным делом притаился меж сосен. Белый снег, и я весь бел. Жду бандита. Ну а он ползет по лесу. Только вижу я, браты, много в том фашисте весу. Как бугай он. Ну а ты? Ну а я по весу муха. Как полезешь на рожон? Ах ты, думаю, поруха, как с ним сладить? Ну а он все ближе, ближе, только вижу я, браты, брюхом он лежит на лыже, снег глубокий. Ну а ты? Ну а я решил упрямо, взять живьем его должен. Автомат наставил прямо, будь что будет. Ну а он совсем уже рядом, норовит вильнуть в кусты. Водит, вижу, волчьим взглядом, подползает. Ну а ты? Тут меня и осенило. Взял я в бок одним прыжком и на фрица, на верзилу, прямо с маху сел верхом. Хальт, кричу, не то стреляю, ходу чертова душа, и к затылку приставляю свой заветный ППШ. Ну а он? Куда ж деваться? Подчинился мне, подлец. И повез меня он, братцы, как хороший жеребец. Запотел, кряхтит, кривится, на груди гремят кресты. Еду я версту на фрице, еду, братцы, три версты. Молит фриц, бормочет что-то, дескать, выдохся, капут. Ничего, кричу, работай, отдохнешь, мол, да не тут. Ох уж утром было смеху, из лесочка под уклон, так на пленном я и въехал в свой гвардейский батальон.